Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на энергетический напиток. Давненько их уже не было на моем канале. Напиток называется Торнадо Кактус. Давно хотел его опять же попробовать, но вот все как-то он не попадался. Ну теперь вот благодаря моему товарищу, который его нашел у нас в городе, он мне его подогнал. Стоит он где-то, блин, по-моему, 49 рублей он стоил. Вот так вот он выглядит. То есть такое черная банка, и тут как бы типа как стилизовано под иголки от кактуса, вот так вот все, ну, красочно интересно. Таурина 40 миллиграмм, кофеина 30 миллиграмм на 100 миллилитров. Здесь объем у нас 0,45. Давайте откроем, я его буду пробовать первый раз. Что это за вообще за кактус? Ну, действительно ли кактус? Ну, хотя давайте сначала читанем состав. Тут написано ароматизаторы, всякая химия, да, как обычно, но есть и витамины. Ну, как бы, не знаю, прям не написано прямо, что есть капсулы, ой, капсулы, кактус, его какие-то эти элементы. Блин, ну запах интересный такой, знаете, сладость и достаточно, я бы сказал, освежающий аромат. Как будто какой-то вот коктейль, я не знаю. Я просто не совсем понимаю, как должен пахнуть кактус. Хотя у меня дома есть небольшой, но он никак не пахнет. Вот. Но это, в принципе, похоже на какое-то вот растение или траву, которую вот срезали. Знаете, вот срез нюхаешь, этот вот такой травянистый запах. Вот, в принципе, оно похоже. По идее, наверное, и кактус точно так же пахнет. Давайте нальем, немножко посмотрим, как оно на цвет. Ну, оно выглядит следующим образом. Зеленоватый цвет. Ну, в принципе, логично. Был бы удивлен, если бы здесь был какой-то другой краситель. Давайте попробуем. На вкус один в один, как и запах. Только единственная кислинка чувствуется. Ну, я кактусы, не повторюсь, никогда не ел, не пил, как бы я не имею представления, какой он должен быть на вкус. Говорят, не очень. Но это, в принципе, похоже на какую-то траву, травянистость, что-то вот такое. Вот оно и на запах, как какую-то вот трава, вот свежий покос травы, я не знаю, или что-то такое. Вот и во вкусе то же самое. Причем, ну, в хорошем смысле, в хорошем. На самом деле, достаточно прикольный вкус. Ну, знаете, вот из таких овощей я могу аналогию с огурцом провести. Или авокадо, вот что-то вот. Не знаю, их я хотя бы пробовал, знаю, какие они на вкус. Вот примерно. Или как спрайт с огурцом. Вот у него был такой привкус, как вот в этом напитке. То есть, ну, что-то такое. Надеюсь, вы поняли. В принципе, неплохо. Кислинка еще дополнительную такую бодрость дает. При этом сладость есть, никакой там горечи. В целом, вкус можно назвать уникальным. Он не похож на другие виды торнадо. Ну, буду ли я его брать, еще не знаю, но мне, в принципе, понравился. Свое лицо этот напиток имеет. Так что, такие дела. Спасибо за внимание и всем пока.